С Нового года новые правила. С 1 января ульяновские перевозчики планируют повысить цену за проезд. В некоторых маршрутках о новой ценовой политике граждан уже начали активно оповещать. В среднем, как комментируют нам в Ульяновском управлении дорожного хозяйства и транспорта, цену за проезд маршрутчики поднимут на 2 рубля. В среднем они определяются на 2 рубля, где до 22 рублей стоимость. Так, по 220-му федеральному закону, они сейчас все на нерегулируемых тарифах, они имеют право сами устанавливать. А вот о повышении проезда в автобусах по ТП-1 можно говорить с уверенностью. С Нового года пассажирам вместо привычных 19 рублей придется заплатить 21. На рубль поднимется стоимость проезда по безналичному расчету и в городском электротранспорте. По словам Игоря Бычкова, прежде чем вешать объявления в маршрутках, перевозчики должны были проинформировать о повышении цен профильное ведомство и общественность. Вместо этого людей просто поставили перед фактом. В 38-й маршрутке уже повесили прайс-лист на следующий год. После 8 часов вечера проезд составит 26 рублей. Жители Ульяновской области новость восприняли негативно. Цена поднимается, а качество предоставляемых услуг остается прежним. Во-первых, очень редко ходят. Они редко ходят, да. Не уедешь, и всегда битком, потому что мы вот за Волгой живем. Да. Это вообще караул. Уехать всегда проблема. Поэтому, да, еще платить и стоя всегда. Поэтому еще больше платить как бы никому не интересно. Спасибо за мнение. Если будут повышать, тогда пусть и качество услуг тогда. Конечно. Коктейли больше маршрутов пускают. Я не знаю. Меня устраивает все. Как люди с машин, мы понимаем, бензин дорожает, все. Им тоже на что-то жить. Бензин дороже стало. А как людям, естественно, против. Ну, что делать? Куда деваться? Самое главное – соотношение зарплаты и повышение цен на все. Вот в чем проблема. То есть, если зарплаты были бы достойные, пожалуйста, можно все повышать. Качество желалось бы, конечно, лучше, потому что все-таки подвижной состав изношен больше, чем наполовину, а замена вовремя не меняется. Ну, это не то, что к администрации, допустим, области или города, там ведь частные предприятия, с ними почаще, побольше нужно работать, как губернатору, ну, возможно, значит, мэру. Ну а так, что сказать? Водители 90% не наши. Рвут заработать, домой отослать, вот и все. О том, вырастет ли сумма за проезд в городских маршрутках, точно станет известно в ближайшие дни.